Друзья, всем привет! Очередной пациент на ремонте. Бензопила. Значит, по словам владельца, работал ей, и она внезапно заглохла, завести не смог. Пытался ее реанимировать, ничего не получилось, и все это дело забросил на долгий ящик в курятник, скажем так. Прошел год, она у него там валялась. Ну, решил ее реанимировать. Попытался завести, ничего не получилось. В результате она попала сюда на ремонт. Ну, состояние видите какое. Сейчас хотя бы для начала проверить искру, есть ли тут она вообще. И потом отмыть это все, очистить. И потом уже дальше заниматься. Вот, о, откуда ж тут искра-то будет? Ё-моё, как же он ее завести-то пытался, я понять не могу. Вот где-то. Так, ну все равно, сейчас проверим, есть ли искра или нету. Вот, свечечка новенькая есть. Хотя бы искру посмотреть. Блин, а состояние там, куры-то хоть не насрали в цилиндр. Ужас какой-то. Ну ладно, это все мелочи, все очистится, отмоется. Сейчас посмотрим. О, искра есть. Это уже хорошо. Уже надежда есть. Так, ну что? Сейчас я ее, наверное, разберу. Отмою все вот эти вот гадости, налипшие на ней. Ну и продолжим. Начал потихоньку разбирать. Снял шину. Не, не обманул дед. И правда в курятнике валялась. Все в таком состоянии. Страшном, ужасном. Сейчас вторую сторону покажу. Да. Ну ничего, не беда. Сейчас мы ее разберем, отмоем, почистим. Хе. В курятнике, говорит, хранил. Нашел же, где хранить. Очищено все, отмыто до состояния, как говорится, почти как с магазина. Так это все сейчас выглядит. На карбюратор установлен новый ремкомплект. Его родная катушка, которая стояла, подлежит замене. На проверку она оказалась неисправная, хотя искру дает, но это еще не показатель для катушки. Вот, поэтому будет установлена новая катушка. Вот такая, это не оригинал, это Китай. Новая свеча зажигания, фильтр поставим. Сейчас все собираем, будем пробовать заводить. Установлена новая катушка. Установлен стартер на свое место. Фильтр сейчас попробуем завести. Ну вот, как ни странно, завелась с первого раза. Сейчас собираем все кожуха на место, делаем прогрев бензопиле и окончательную регулировку карбюратора и будем отдавать ее человеку. А вам, ребята, большое спасибо, что меня смотрите. Всем удачи, до новых встреч!